Слушай, Игорь, мне только что звонил из фотоателье насмерть перепуганный мастер. Да что вы там у него натворили, а? Ввалились всемером, начали прыгать по всему ателье. Потом трое напали на четверых и стали их мутузгать. А фотографы заставили все это снимать, да еще выдать вам потом две фотографии. Шеф, ну ты сама сказала принести две фотографии. 3 на 4. Человек-стажер может все. Ну конечно, шеф, пока не начнет что-нибудь делать. Начните эту зиму с покупки роскошной шубы от оренбургского салона «Меховая Одиссея». В Оренбурге очередная сенсация. Салон «Меховая Одиссея» представил новую коллекцию сезона «Зима 2014». Казалось бы, ничего особенного в этом нет, да и купить шубу сегодня можно где угодно. Однако мех – материал не только дорогой, но еще и довольно коварный. Изделие, которое идеально выглядит при покупке, вполне может доставить своей хозяйке немало хлопот и разочарований в процессе носки. Да и китайские меха, из которых отшивается сегодня большинство шуб для нашего рынка, никогда не будут выглядеть так же дорого и роскошно, как меха европейских и итальянских производителей. Именно поэтому элитные шубы лучше покупать у проверенных поставщиков. «Меховая Одиссея» проверена не одним поколением оренбургских модниц. 15-летний стаж работы на рынке меховых изделий и сотрудничество с самыми знаменитыми фабриками и дизайнерами мира – лучшее тому подтверждение. Все шубы, представленные здесь, сшиты только из аукционного меха. Это значит, что он прошел тщательный отбор еще на этапе закупки шкурок. Каждая из них исследуется экспертами с мировым именем. Второй строгий этап контроля – изделие проходит при поступлении в салон. Здесь контролируется качество пошива и фурнитуры, и при необходимости изделие возвращается производителю до того, как его увидит покупатель. Вот почему оренбургские модницы доверяют «Меховой Одиссее» с закрытыми глазами. Осталось определиться с моделью шубы, и здесь «Меховой Одиссее» тоже нет равных. Все, что предлагают итальянские дизайнеры самым успешным и знаменитым женщинам мира, «Меховая Одиссея» с радостью предлагает своим клиентам. В этом сезоне основным трендом стала тонированная норка. Выкрашенная в самые разные цвета, от ярко-голубого до темно-бордового, она выглядит волшебно и сказочно. Чрезвычайно популярны комбинации норки с другими видами меха, например, каракулем, кристальной лисой и даже рысью. Это по-настоящему роскошные модели, часто представленные в салоне в единственном экземпляре. По-прежнему не выходят из моды классические модели шуб, выполненные из меха традиционных цветов. Классические шубы выполняются только из норки категории Black Glamour, гладкой как стекло и искрящейся как россыпь настоящих бриллиантов. Самым требовательным клиентам «Меховая Одиссея» готова предложить особенные меховые изыски – шубы из куницы и соболя. А до наступления настоящих морозов вы еще успеете поносить пальто. В «Меховой Одиссее» их представляет итальянская марка «Чинцерока». Пальто выполнено из 100% высококлассного кашемира, украшены камнями и отделаны элитными видами меха. Теперь вы понимаете, почему каждая новая коллекция от «Меховой Одиссеи» становится сенсацией. И мы будем искренне рады, когда эти изделия перейдут в ваши частные коллекции для того, чтобы украшать, согревать и непременно приносить только радость. О, Игорь, ну что, выписали тебя? Отлично. Мы, кстати, знаешь, проверили в лаборатории твой ужин. Так вот, опята оказались ложными. Шеф, опята, быть может, и ложные, но ощущения-то вполне реалистичные. Оптимист-стажер точно знает, что мы живем в лучшем из миров. А пессимист-шеф боится, что так оно и есть. Зато и те, и другие точно знают, что выглядеть молодо и роскошно как женщинам, так и мужчинам обязательно поможет оренбургский салон «Ларик». Сегодня мы откроем для вас двери одного из самых лучших и роскошных салонов Оренбурга – салона «Ларик», предлагающего своим клиентам целую коллекцию удовольствий класса «Делюкс». Начнем с зоны эстетической косметологии. Прием здесь ведет специалист-косметик. Он работает над решением проблем клиентов до 40 лет с помощью нетравматичных аппаратных методик, самый современный и актуальный из которых сегодня является безыгольная мезотерапия. С помощью австрийской
медицинского аппарата UltraCuticles под кожу подается гиалуроновая кислота или витамин С. Эти полезные коктейли оказывают поистине потрясающий эффект. Процедура безболезненна и даже приятна. Длится всего 30 минут, и вы смело можете отправляться на важную деловую встречу прямо с косметологического кресла. Успех и восторг окружающих вам обеспечен. Над коррекцией более серьезных проблем работают врачи-косметологи. Совсем недавно врачи салона Ларик побывали в Испании на мировом симпозиуме косметологии и привезли совершенно новую методику – 3D-мезонити. Это один из самых прогрессивных способов безоперационного лифтинга лица, дающий потрясающий эффект, который сохраняется в течение 2 лет. В числе других современных процедур от Ларик – плазмолифтинг, ботулинотерапия, золотой стандарт в коррекции морщин, мезотерапия, а еще помощь в избавлении от таких проблем, как целлюлит, повышенное потоотделение, облысение. Особая гордость салона – уходовая линия от Ларик. Разработанная специально для арабских шейков, она сочетает лучшие ароматы, самые драгоценные масла и минералы, содержит частицы золота, жемчужную пудру и даже афродизиаки. Любой из этих средств станет необычным и эксклюзивным подарком. А еще вы всегда можете подарить сертификат на лакшери-ритуалы от Ларик, например, золотой или жемчужный маникюр. Салон Ларик имеет не только медицинскую, но и образовательную лицензию. Здесь могут обучить мастеров как по программам повышения квалификации, так и с нуля, с выдачей дипломов государственного образца. А значит, настала пора и вам открыть двери одного из лучших и самых роскошных салонов Оренбуржья – салона Ларик. Ты знаешь, Игорь, в детстве у меня был воображаемый друг. О, шеф, да. У меня тоже был воображаемый друг. В детстве? Да нет, это когда я сторожем работал на лакокрасочном заводе. Человека, стажер, нельзя просто так вот взять и выкинуть из головы. Да, шеф, а из окна можно. Можно и нужно выбирать и покупать элитные двери и напольные покрытия от оренбургского салона «Паркет-центр». Мы хорошо знаем, что модными могут быть прическа, платье, туфли и сумка. А известно ли вам, что двери тоже могут быть модными? Хотите на них взглянуть? Тогда приезжайте в «Паркет-центр», расположенный на одной из главных магистралей Оренбурга – улице Терешковой. «Паркет-центр» является официальным дилером крупнейших российских производителей дверей. Это «Александрийские двери», «Волховец», «Софья» и «Дориана». «Александрийские двери» – один из самых элитных российских производителей, выпускающий широчайший ассортимент дверей от сдержанного лаконичного модерна до изысканной виртуозной классики. Для каждой модели предлагается несколько вариантов отделки и остекления. Двери фабрики «Волховец» давно и хорошо зарекомендовали себя на оренбургском рынке. Их отличительная особенность – возможность предложить клиенту любое ценовое решение. Цена на эти двери начинается от 10 тысяч рублей. При этом они столь же привлекательны и надежны, как их более дорогие собратья. Фабрика «Софья», пожалуй, одна из самых новаторских и креативных. Многие разработки фабрики защищены международными патентами. В «Паркет-центре» «Софья» представляет уникальную коллекцию сдвижных систем, полностью готовых к установке. В вашем распоряжении любые варианты. Дверь-книжка, двери-купе, рота-дверь, поворотный механизм, который позволяет открывать дверь в обе стороны, исчезающая в стене дверь-пенал и одна из последних разработок итальянских дизайнеров – дверь-мистери, раздвижной механизм которой скрыт от глаз. Венцом коллекции «Паркет-центра» являются двери «Титул». Это двери премиум-сегмента. Для их производства используется только натуральный массив бука и дуба, а наличники и патинирование классических дверей – неповторимая ручная работа. Еще одно направление работы салона – элитные напольные покрытия, в том числе художественный паркет. Дизайн изготавливается индивидуально под размер помещения. Используются разные породы дерева – розетки, бордюры, благодаря чему выложить в паркете можно практически любой рисунок, даже фамильный герб. Здесь же можно приобрести клей и лак, необходимые для укладки паркета. Всего же на выбор клиентам предоставляется несколько сотен вариантов паркетной доски, ламината и пробкового покрытия ведущих европейских производителей – Шойхер, Черс, Таркет, Квикстеп, Маэстро. Причем многие марки можно найти только в «Паркет-центре». Что ж, теперь вы точно знаете, дверь и напольное покрытие должны не только сочетаться между собой, но и быть модными. А самые модные решения собраны в залах «Паркет-центра» специально для того, чтобы вы могли выбрать среди них свое единственное и неповторимое.